Ополченцы уже давно предлагали представить силовикам в Дебальцево зеленый коридор, при условии, что те оставят оружие и технику. Однако командование до последнего настаивало прорываться силой с боями. С этим и было связано обострение обстановки. Действовали силовики при поддержке извне. Для отвлечения ополченцев на их позиции были брошены добровольческие батальоны, в частности, скандально знаменитый «Азов». Нашему корреспонденту Евгению Поддубному удалось взять эксклюзивное интервью одного из боевиков «Азова», который попал в плен. И сейчас, как вы видите, Евгений уже на прямой связи со студией. Евгений, расскажите подробнее, что вам удалось узнать? Действительно, солдат батальона «Азов», теперь это не батальон, правда, а полк, сдался добровольно в плен в районе населенного пункта Широкино. Это мариупольское направление. Более того, рассказал о том, какие задачи были поставлены перед боевиками этого добровольческого батальона. Военнослужащие «Азова» должны были нанести отвлекающий удар по Широкино для того, чтобы оттянуть силы от дебальцевского котла и позволить украинской группировке выйти из окружения с меньшими потерями. Вот, в частности, была поставлена такая задача. Взяли населенный пункт Широкино без боя, так как там не находились ополченцы. Но после того, как Евгений Чуднецов, а он сам родом из Макеевки, является националистом, был близок к различным радикальным околофутбольным организациям, именно поэтому и пошел в Азов. После того, как он увидел, как украинская армия относится к мирным жителям Донбасса, решил добровольно сдаться в плен, и ему была предоставлена такая возможность. Более того, сейчас он и после допроса нам рассказал, что в батальоне «Азов» 80% личного состава – это члены радикальных националистических организаций, люди, которые не скрывают свои убеждения. Сам военнопленный показал татуировки, это националистические татуировки, и рассказал о том, что в подразделении активно действуют иностранные наемники, более того, работают иностранные инструкторы. В частности, по словам военнопленного, медицину преподают граждане Соединенных Штатов Америки, тактические предметы преподают граждане других государств, в частности, Грузии и стран Скандинавии. Вот что военнопленный рассказал об иностранных наемниках. Численность наемников? Численность наемников, ну, я думаю, около 30 человек. Около 30 человек. Иностранцев. Иностранцев, да? А вас обучали украинские инструктора или же иностранные? На тот момент, когда я уже поступил в батальон, нас обучали украинские и грузины обучали. Вот. Но до моего прибытия в батальон, говорили, шведы обучали. Ну, то есть по тактике, по стрельбе обучали, ну, шведские наемники. Угу. Инструктора были шведскими. По медицине проводили лекции американцы. Великолепно. А скажи мне, шведы, которые у вас, или норвежцы, как ты говоришь, они, в принципе, с каким оружием? В основном со снайперскими винтовками? То есть в основном, снайпера, да? Да, в основном снайперские винтовки. У одного видел, правда, даже две снайперские винтовки. Я не знаю, для чего им. Точнее, на вашей стороне находятся иностранцы, которые имеют снайперские винтовки, которые приехали сюда как на сафари поохотиться. Также боевой опыт. Боевой опыт, да. Как правило. Не знаю, с какой целью, ну, они есть. Мы только что видели фрагмент интервью, фрагмент беседы министра обороны Донецкой Народной Республики Владимира Кононова с военнопленным. Наше интервью с ним будет готово чуть позже. Сейчас его подготовят для эфира. Но вообще стоит сказать, что военнопленный из полка «Азов» говорил о том, что накануне перемирия в полк не поступили инструкции о прекращении огня, а также он рассказал, что полк располагает минометами 120-миллиметровыми, которые активно применяет. Во время подготовки, во время курса молодого бойца, инструкторы говорят с бойцами, готовят бойцов и идеологически, в частности, читают молитву украинских националистов. А вот что военнопленный рассказал о том, как вели себя бойцы полка «Азов» накануне вступления в силу режима прекращения огня. Украина использовала
реактивную артиллерию при обстреле мирных, правильно я понимаю? Да, использовала, и я так понял, использовали с какой целью. Выстрелили как можно больше, пока перемирие не наступило. И я это воспринял только так. Я понял. Вот в нашем разговоре с тобой ты мне сказал, что у тебя было очень много возможностей выстрелить бойцам в спину, которые находят нашим бойцам, которые находились. Да, у меня была возможность выстрелить ополченцам в спину, они, получается, продвинулись по улице вперед, заняли там дом, а я был с другой стороны. Несколько раз меня никто не замечал, поворачивались ко мне спиной, но я не стал стрелять, подошел, позвал сам, и сдался вместе с оружием. Вместе с оружием сдался, да? Так как ты сдался добровольно, я должен тебя внести в список обмена. Ты собираешься возвращаться? Нет, я не хочу возвращаться служить украинской армии. Вот, и я уже вчера об этом говорил, и сегодня перед камерой прошу, лица Донецкой Республики, у представителя власти, чтобы меня не передавали в украинской стороне. Я лучше буду на исправительных работах на Донбассе работать и восстанавливать ущерб, который украинская армия нанесла. Я понял тебя. Вот еще одно свидетельство того, что в добровольческих батальонах воюют националисты и члены различных радикальных организаций, футбольные хулиганы. Стоит сказать, что вот этот военнопленный отказался, чтобы его включили в список обмена, решил остаться здесь. В частности, заявил, что он готов восстанавливать разрушенные украинской армией объекты Донбасса. Спасибо, Евгений. На прямой связи был наш военный корреспондент Евгений Поддубный.